little bit, roll it up, take it here. Push it, little bit, roll it up, take it here, roll it up, take it here, roll it up, roll it up. Всем привет, меня зовут Евгений Сутяков, и мы сейчас находимся здесь, в Киеве, на автодроме Чайка, на первом этапе UTC 2013 года. На которой каждый хочет покататься, но не каждый осмелится. Безумная скорость, опасные вот эти слепые повороты, потому что они разгоняются 140-150, а кто-то даже 160-170, разгоняются абсолютно в слепой поворот. Слева бетонный отбойник, справа железные рельсы, и не видно, куда ехать. И, конечно же, здесь любая ошибка — это сразу тотал автомобиля, который мы неоднократно видим на Чайке. Меня зовут Макс Бендер, прицелилось около 30 экипажей, так не говорю это слово, короче, 30 тачек едет, но почему-то едет сегодня 15. Много тех сходов, Чайка не прощает неподготовленных штрихов. Скажем так, после Чайки можно ехать на любую трассу в мире, это правда. Потому... Я знаю, рекорд скорости принадлежит Спек-Эру, это 175 км в час. Ну, я ни разу такого не делал, я думаю, у меня сожмется все, что такое можно, чтобы такое сотворить. То есть это реально круто, я сам боюсь сюда приезжать, потому что... Oh, yeah.